Тверь готовится к новому отопительному сезону. Ремонтные работы идут полным ходом, создавая при этом неудобства для жителей областной столицы. Это и отключение горячей воды, и перерытые улицы и дворы. Когда на городских дорогах не будет препятствий? Почему копают в одних и тех же местах? И когда жильцы рядом многоэтажек дождутся горячей воды? На эти наболевшие вопросы искала ответ наша съемочная группа. Ремонт теплотрасс ведется каждый год, но в этом сезоне работы идут чуть ли не на каждом шагу. Недавно копали в Южном, еще процесс не закончен в Заволжском районе, в том числе на улице Горького. Здесь разрытие пешеходам приходится огибать прямо по проезжей части, рискуя здоровьем. Та же история и на улице Конопляникова. Роют вот это? Давно, поллета. Приходится обходить? Обходить, да, приходится и обходить, и транспорт неудобно на соседней улице садиться. Автомобили по дворам. Они же заворачивают вот так вот и все, и едут. А дворы же не приспособлены, там и так асфальт весь разбит. Там все разбито, там дети гуляют такие маленькие. А вот это место они разрывают, я не знаю, 5-6 раз в год. Кладут асфальт, через буквально месяц приезжают и разрывают все обратно. Изношенность труб составляет уже около 80%. Это является причиной непрекращающихся раскопок, зачастую на одних и тех же местах. Прошлый отопительный сезон добавил повреждений на теплосетях. В городе Твери есть несколько своего рода больных мест, где ремонты и работы ведутся из года в год, а то и по несколько раз. Улица Конопляникова – одна из таких кровоточащих ран. Здесь трубы ремонтируются, конечно же, каждый сезон. Этот не исключение. Здесь работы начались еще примерно в мае месяце, и вот только к середине августа заканчиваются. Здесь работы ведутся на довольно большом участке. Сейчас там восстанавливают дорожное полотно. Такая же ситуация на улице Трудолюбия, Учительской и Дмитрия Донского. В ближайшие дни, по словам сотрудников Тверской генерации, потесниться придется и на бульваре Радищева. Работы идут по плану. Они выполнены примерно на 90% на сегодняшний день. С начала года уже заменили 2,5 километра магистральных сетей и порядка 11 километров разводящих сетей. Проведены гидравлические испытания. До 1 сентября мы все сети, где отключаются у нас потребители по горячей воде, будут отремонтированы. В первой половине сентября также будут вестись заключительные работы, но без отключения горячей воды. Всего на балансе Тверской генерации около 96 километров магистральных теплосетей и 328 разводящих. Часть труб меняется полностью, часть по старинке латается. Именно на них чаще всего происходит аварии и, соответственно, раскопки.